Моя история с Сове началась 2 года назад, зимой. Я приехал в Тюмень, ну и сразу так получилось, что устроился в агентство недвижимости Сова. Было сложно, сразу скажу, было сложно, незнание города, тут снег, дождь. Я ходил, расклеивался, вот курс молодого бойца проходил. Я не знал город, я не знал никого, районы, где какие. Но прошло 2 года, и я с уверенностью могу сказать, что за это время я добился результатов. Когда, помню, пришел в компанию еще, когда в отдел аренды, приходил сюда первым на работу. В принципе, ты никого еще не знал из ребят, как бы, а потом... Смотрю, меня как-то по имени начали называть уже там, где-то меня Оксана Владимировна отметит: «Дима, здравствуй, здравствуй» в коридоре. Понял, такой, действительно, как бы замечают твои труды, если ты что-то хочешь, там стараешься, ходишь, то действительно я уже в команде, я уже в Сове. Политика компании такая, что если ты действительно чего-то хочешь, здесь все дороги открыты, и действительно есть возможность развиваться, и ты получишь то, что ты хочешь. То есть в нашей компании никто не остается незамеченным. Тебя обязательно увидят, тебе дадут шанс. И ты сможешь все то, чего ты хочешь. Ты обязательно добьешься этого. В нашей компании я пыталась попасть очень настойчиво. Мне пришлось дождаться счастливчиков с большого путешествия. В итоге я все-таки попала в нашу компанию, устроилась офис-менеджером. Проработала на данной должности 2,5 года. Волшебство в нашей компании в том, что не нужно получать образование, если ты хочешь расти по карьерной лестнице. Если ты хочешь развиваться в каком-то направлении, ты можешь просто изъявить желание, и тебе обязательно помогут развиться. После чего, когда я проработала с менеджером, я стала менеджером отдела по работе с застройщиками, удачно проработав на этой должности целый год. И в итоге Оксана Владимировна меня отметила и сделала своим заместителем, чему я несказанно рада. Это просто очень здорово. Моя первая сделка состоялась через 2 недели. И несмотря на то, что все у меня было расписано по пунктикам, я все равно не понимал, что происходит. И я звонил всем подряд, просил всех о помощи. Честно, я на тот момент не ожидал, что будет такая взаимопомощь. Ну, люди давали советы, как сделать. И у меня, у нас все получилось. Мы здесь делимся опытом с друг другом, и это помогает быть эффективнее не только мне, как риэлтору, как личности, как специалисту, но и моему коллеге. То есть мы как одна сплоченная команда, и от этого зависит эффективность нашей компании. Здесь все очень дружелюбное, приветливое, отзывчивое. Я пришла работать на ресепшн, отработала буквально 3 дня, и мне уже казалось, что я здесь работаю очень давно, и я часть команды. Что действительно нравится еще в компании, что поддерживаются все спортивные начинания. Дали шанс проявить себя в футболе, показал себя как спортсмен, решил организовать футбольную команду. Провожу тренировки. Стали дальше развивать какие-то спортивные направления. Там волейбол ребята тренируются, стальной характер собираемся, с парашютами ездили, прыгали. То есть, ну, сплоченный коллектив, действительно, все за какие-то здравые идеи. До моего трудоустройства в Сову я все время мечтала поучаствовать в стальном характере. Но у меня не было никакой команды, меня не поддержали мои друзья. С приходом в Сову я нашла эту команду, и мы вместе стартанули, прошли все препятствия. Первые несколько препятствий я постоянно хотела вернуться назад, потому что мне было страшно, что дальше еще впереди 8, по-моему, километров, я их точно не пробегу. Но моя команда меня подбодрила, и в итоге на финиш мы пришли вместе. И мне казалось, что у меня столько сил, я была настолько счастлива, что мне казалось, ну, я думала, что я никогда не была так счастлива, как в этот момент. Благодаря спорту и этим совместным тренировкам ты понимаешь, что ты команда не только на поле, но и команда в офисе, что двигаться вперед нужно не только там, на поле, но и здесь, в работе. Большое путешествие лично меня мотивирует больше, чем какие-либо другие акции. Я прям как по щелчку, когда я знаю, что новое какое-то путешествие, которое я увижу, там новое место, и я готова работать прямо на износ. И начинаются 2 недели просто нереального отдыха. У нас проходят церемонии награждения, спартакиады, мы посещаем экскурсии совместно, вот все 100 человек. Мы кушаем вместе, ходим, идешь по городу, и тебе просто встречается сова. We'll be right back.
самое лучшее – это воспоминания о нашем отдыхе, которые каждый день мотивируют тебя к дальнейшим действиям и поездке в новое путешествие. А в данный момент мы с супругой работаем в этой компании. Больше скажу, можно сказать, заочно в компании «Сова» работают наши дети, потому что вечером после школы, после садика мы спокойно можем прийти с детьми в офис. Бывает момент, когда детки там надо где-то с кем-то оставить, и друзья всегда помогут. Они знают, что сегодня ты поможешь, завтра они тебе все, как бы, стараемся работать, быть в команде. Компания с каждым днем увеличивает количество сотрудников для того, чтобы мы качественно предоставляли нашу услугу нашему населению, нашим гражданам города Тюмени и не только города Тюмени, также другие города. Клиенты из других городов, они также говорят нам большое спасибо, то, что мы наладили такую услугу. Клиент, проживая на севере, например, в Сургуте, у него возникла необходимость купить квартиру на юге, например, в Сочи. Он знает, что есть компания «Сова», он доверяет компании, и ему легко будет приобрести недвижимость в Сочи. Всем привет! «Сова» теперь в Сочи! Скажи недвижимость в «Сова»! Принцип работы самих агентов делать как для себя, то есть и вот эта качественная услуга, вот этот семейный подход к клиенту, мне кажется, он напрямую связан с такими темпами роста нашей компании. Мы действительно заботимся о своих клиентах, и порой эта забота проявляется даже в мелочах. Она выходит за рамки договорных отношений и где-то, как, что бы ты сделал для своего друга, для своего знакомого, для членов своей семьи. И поэтому клиенты ценят это не только за профессионализм, но и вот за это семейное отношение, я бы сказал, даже вот этот наш дух, за который я люблю «Сову». Нравится работать под этим действительно сильным брендом. Компания стабильная и очень быстро развивается. Нравится за своей спиной ощущать всю эту мощь и силу «Совы». Здесь не страшно быть новичком. Тебе всегда помогут, поддержат, дадут совет в любое время дня и ночи. И ты сам для себя незаметно становишься специалистом. Вот самое интересное, за каждым нашим сотрудником стоит более 600 человек. А значит, за каждым нашим клиентом стоит вся компания. Этот этап далеко не предел. Я понимаю, что сегодня все только начинается.